Республиканская новогодняя акция «Наши дети» протягивается. С подарунками Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов наведали министр працы и социальной обороны Республики Беларусь Ирина Костевич и представники улады региона. Все привезли хлопчикам и девчинкам подарунки, а взамен отримали шмат радостных эмоций от выхованцев дома-интерната. Спочатку для гостей провели невеликую экскурсию по отделению комплексной реабилитации. Для детей и молодых людей с особливостями психофизичного развития тут функционируют працоўныя майстэрні, зала лячэбнай фізкультуры, камп'ютарны клас, сэнсарны пакой. На патрэбы выхаванцаў дома-інтэрната Ірыны Касцевіч перадала сертыфікат на 2,5 тысячы рублёў. Таксама усе дзеці атрымалі салодкія падарункі. Зараз на кругласутачным і дзённым знаходжанні ў доме-інтэрнаце каля 130 чалавек. Адна з задач – дапамагчы ім сацыялізавацца і па магчымасці атрымаць прафесію. Это асобенныя дзеці, которых ждет особенная жизнь, и самое главное, чтобы они не разочаровались в этой жизни и верили, что обязательно все получится. Главное, чтобы была цель, и любую цель можно достигнуть. Но наша задача, задача государства, задача работников домов-интернатов – помочь этим деткам найти себя в этой сложной жизни. Установа такого типа – одиная у Беларуси. По меркованию Ирины Костевич, такой добрый опыт треба распаусюдживать и у інших регионах.